Друзья, я вас приветствую. У нас сегодня в гостях куб Lightning Race C68X на SRAM Force E-Tape, электронная беспроводная трансмиссия, которая переключается вот при помощи этих кнопок на дуалах. Размер велосипеда 52 S, размер такой вот красивый байк, красивой такой расцветки. Серо-голубой и тут красный с черным. Также куб переделали надпись. Ранее она была белого цвета, сейчас, как вы можете заметить, также у нас имеется отличие от стокового. Да, как вы заметили, это шатун. У нас правый шатун установлен 105. 105 звезды идут и 105 Shimano шатун, диапазон 50 на 34, и правый шатун у нас идет Shimano Ultegra с поверметром Stage Power 170 длины. Такой вот аэробайк, хороший гоночный аппарат, руль у нас тоже аэро, соответствует самому велосипеду, карбоновый, тоже виден рельеф карбона под цветом. Байк 2022 года. Очень хорошо подойдет для людей, которые уже давно находятся в сфере велоспорта или же первый раз пробуют себя. Байк рассчитан на очень большое количество людей, от новичков до профессионалов. Вес велосипеда порядка 8,2 килограмм. У него тут стоят гидравлические тормоза, калиберы SRAM Force. Данный велосипед обычно сравнивают с такими байками, как Bianchi Aria, там, Canyon Airroad или Трек Мадон, Спеш Венш. Вот эти байки, они хорошо сопоставимы с данным велосипедом, так как являются такими же аэровелосипедами. Единственное, что отличается, это, конечно же, геометрия тех велосипедов, но и бренд. Данный велосипед куб, это немец, производится в Германии. Также сосед, это Каньон, который тоже производится в Германии. Вот. Все остальные вышеназванные бренды производятся либо в Италии, либо в Америке. Если вам понравился данный велосипед, переходите на наш Авито аккаунт, ссылка в закрепленном комментарии или в описании. Также в этом Авито аккаунте вы найдете больше подобных топовых велосипедов по очень-таки приемлемой цене. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите новых видео.